друзья мои, привет! Вот этот вот дом я сейчас хочу вам показать. Вот этот дом, он рассчитан на среднего американца. Этот дом продается, и я знаю риэлтора, который продает этот дом. Если вас будет интерес вызовет, вы можете обращаться ко мне. Сейчас я вам покажу, что все внутри здесь находится. Заходим в дом. Вот такой шифровой код. Вот заходим в помещение. Вот он имеет 2 этажа. Это вот кухня. Здесь все вмонтировано. Вот посудомоечная машина, газовая плита, холодильник. Там вот гараж открывается. Могу показать гараж. Вот гараж. Это все гараж для человека. Тут вот улица. Тут очень маленькое место для огородика или для бэкьярда. Это вот все складские помещения. Это вот Island. В Айленде, видите, вмонтирована духовка. Вот здесь вот living room. Вот это dining room, где кушать. Так, вот здесь тоже еще кладовка. Видите, какая большая кладовка. Обычно часто используют лесенку под кладовку. Переходим. Здесь вот туалет с ванной, душевой. Это вот можно использовать под офис, а вообще это вот маленькая спаленка. Почему я знаю, что это спальня? Потому что, well, excuse me, потому что вот здесь вот есть это, как, кладовочка под одежду. Потому что вот в той комнате, где есть вот такое вот отделение, это уже означает, что спальня. Поднимаемся на 2-й этаж. Вот здесь вот такое оборудование, температура показывает. Так, сейчас на 2-й этаж я вас подниму. Покажу вам вид. Вот средний вид. Вот. И поднимаемся на 2-й этаж. Вот поднялись на 2-й этаж. Здесь вот на проходе, вот как бы фойе, тоже организован, как бы человек может здесь разместить свой кабинет и пользоваться этим кабинетом. Ну, для работы, в смысле, неправильно, может, выразилась, рабочий стол организовать себе. Вот это вот мастер-рум. Мастер-рум, как правило, идет вместе. Он, видите меня? Привет, ребята. Мастер-рум обычно идет со своим санузлом. Вот душевая. Вот, видите, она такая стеклянная, большая. Вот, пожалуйста, ванная. Вот, пожалуйста, место, где можно заседать. Какое зеркало большое. На 2 человека. А потом, что здесь идет? Вот такие окна красивые. Потом, вот видите, для мастер-рума какая большая кладовочка. Это вот уже мы видели одну маленькую спальню, одну большую. Теперь вот на этом же этаже, вот опять показатель, можно где увидеть температуру. На этом же этаже laundry room. Вот машинка, стиральная машинка, машинка сушильная. И вот спальня еще одна. Это уже 3-я спальня. Вот такого вот она. И вот это вот 4-я спальня в этой комнате, в этом доме. Видите? Вот. Очень уютные комнаты. И вот один санузел
на две спальни. И вот здесь тоже на два человека предусмотрено. И вот она, ванная комнатка, ванная, и вот заседание продолжается. Вот, ребята, сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит ступенечки. Мы сейчас спустимся. Вот этот вот дом я могу внизу потом подписать. Я сейчас точно не знаю, не спросила точную цену сейчас. Могу написать, какая цена у этого дома. Это вот дом рассчитан на среднего американца, кто работает. Кто работает и у кого есть детки, кому надо. Очень-очень-очень удобное, очень современное жилье. Я бы сказала, мне очень нравится, очень так сделано хорошо. Хорошо сделано, добротно, комфортно. Все, ребята, пока-пока.